Секрет успеха номер 9. Узнайте о вашем бизнесе все. Рынок приносит отличный результат только как награду за отличную работу. Средняя работа приносит средний доход, а качество ниже среднего не приносит ничего, кроме неудач и фрустрации. Ваша задача — стать экспертом на выбранном поле, узнав все подробности о том, как становиться лучше и лучше. Читайте все журналы и книги о своей сфере. Читайте и исследуйте новейшие статьи. Ходите на курсы и семинары ведущих специалистов вашей сферы. Присоединитесь к промышленной или торговой ассоциации своей деятельности. Посещайте все собрания. Познакомьтесь с ведущими специалистами своего поля. Закон интегративной сложности гласит, что человек, способный интегрировать и использовать наибольшее количество информации на любом поле, вскоре поднимется на вершину этого поля. Если вы работаете в продажах, станьте настойчивым пожизненным студентом, изучая процесс продаж. Топ-20% продавцов получают в среднем в 16 раз больше суммы, полученной оставшимися 80%. Топ-10 продавцов получают еще больше. Если вы занимаетесь менеджментом, примите решение стать выдающимся профессионалом в управлении. Если вы начинаете и выстраиваете свое дело, изучайте тактики и стратегии предпринимательской деятельности и каждый день испытывайте новые идеи. Поставьте перед собой цель стать лучше в своем деле или профессии. Одна небольшая деталь, инсайт или идея могут стать поворотной точкой вашей карьеры. Никогда не прекращайте ее искать.